В Мурманской коррекционной школе прошел интерактивный урок по изучению правил дорожного движения, который провели инспекторы ГИБДД и старшеклассники из 38-й школы. В нынешнем году в образовательном учреждении даже появилась такая новая дисциплина – азбука дорожного движения. В коррекционной школе обучаются ребята с особенностями развития. На уроках педагоги уделяют особое внимание социальным и бытовым навыкам, чтобы дети смогли вырасти и стать частью современного общества. Жизнь в городе невозможна без знания элементарных правил дорожного движения. Поэтому сегодня в гости к воспитанникам Центра дифференцированного обучения пришли инспекторы ГИБДД и активисты-старшеклассники из 38-й школы, которые в игровой форме рассказали ребятам, где и как переходить дорогу. Мы, конечно, каждый этап адаптируем под возможности и под возраст детей. Очень много прикладных различных конкурсов, очень много наглядности. В том числе используем театральные элементы, постановочные. Дети приходят на такие мероприятия с радостью, участвуют в них с охотой, теплом, готовят свои подарки. Каждый раз готовят какие-то особенные элементы, которые иногда даже приводят восхищение видавших видов инспекторов и взрослых людей. В этом году в коррекционной школе появилась новая внеурочная дисциплина – азбука дорожного движения, на которой ребята изучают правила для пешеходов. Однако гости из госавтоинспекции всегда вызывают у детей неподдельный интерес. Ведь они приходят с ярким представлением, рассказывают стихи, угощают конфетами и дарят полезные сюрпризы – светоотражатели. Особым детям такой подход очень нравится. Они проводят очень интересные, познавательные, такие развлекательные мероприятия. Нашим деткам всегда очень интересно, вот, потому что они запоминают и азбуку пешехода, и азбуку пассажира. Да? Это очень важно таким детям, да, соблюдать эти правила безопасности на дорогах, чтобы беречь свое здоровье. На следующей неделе ребята нанесут ответный визит инспекторам дорожного движения. Они посетят музей госавтоинспекции, ознакомятся с историей этой структуры, а также немного внимания уделят изучению правил.